Всем привет, с вами SteveProp, и сегодня я покажу Minecraft 1.7 для Android. Ну что ж, после установки этой версии у нас Minecraft превращается в ПК-версию, то есть это настоящий Minecraft 1.7.10. Здесь есть все, что есть на ПК, да, тот же самый инвентарь, тот же самый FPS, все здесь есть, да. Как видите, я могу даже взять любой блок, который захочу, могу взять любого моба, любой механизм, но, к сожалению, минус этого, ну, мода или сборки в том, что здесь очень низкий FPS. Как видите, сейчас я спавнил лошадку, которая довольно хорошо выглядит, но у нее маленько баги в передвижении, но мы можем на нее также залезть. И смотрите, она также как бы против того, чтобы мы на нее залезли. Вот она скидывает. Ну, довольно прикольно. Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, блин, просто нет слов. Это глобальное что-то, что сделал разработчик Block Launcher. Да, кстати, эту штуку сделал разработчик Block Launcher, поэтому здесь все будет качественно. Но это просто перенос ПК-версии на Minecraft. Ой-ой-ой, на Android, да, я перепутал. Здесь есть и версия 1.8.9, и версия 1.4.7, даже самая ранняя версия. Ну, это, наверное, многие знают, это лаунчер на ПК. И теперь этот лаунчер у нас есть на нашей версии. Как видите, можем поставить вагонетку с динамитом, и также попробовать ее поджечь. Давайте сейчас найдем зажигалку, и подожгем ее, и посмотрим, что у нас будет. Так, берем зажигалку. Так, поджигаем. И отходим, да? Так, эй, куда пропала вагонетка? Давайте попробуем поджечь вторую, может это баг, да. Это все-таки баг, но все же, сами понимаете, это всего лишь такой эксперимент. Ну, я попробую потом скачать версию 1.8.9, или самую раннюю версию, где есть херабрин, так нам говорили все время, да? И попробую там маленько сам повыживать. Так, динамит поджег, и давайте посмотрим. Ну, нам придется маленько подождать, чтобы наш динамит взорвался, потому что прогрузка чанков здесь очень низкая. Как видите, все взорвалось, все хорошо сделано. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.